The people we are assisting, the ICRC is assisting here in the Crimean Peninsula, are people who fled the hostilities in eastern Ukraine. And most of the time they left without nothing, or without only the small luggage that they could carry with them. So the needs of those people are very basic needs, food, hygienic items, kitchen sets, blankets, bed linen. На чужбине тяжело, слов нет, но с Божьей помощью потихонечку устроились. Когда начались боевые действия там, ближе к нашему городу, мы приехали сюда я приехала сюда с двумя детьми. Бабушка твердо сидит там, потому что ей жалко оставлять дом. Каждый день приходит со своими проблемами. Приходят и говорят: разрушен дом, убит родственник. Благодаря программе, которую поддерживает Международный Красный Крест по оказанию помощи гражданам Юго-Востока, мы выдаем продуктовые наборы, гигиенические наборы. Для детей нам выдавали памперсы для маленьких деток, потому что к нам приехали с детками по 3 недели. Они нуждались во всем. Это, конечно, очень нужно. А как же ж, без средств существования практически. 2 детей, например, у меня. Надо чем-то кормить, поить. А как? Хорошо, хоть это есть. We believe that our assistance, even if, again, it's a basic material assistance, makes a difference for the life of those people.